Журнал «МКИДС» представляет историю успеха детей, вошедших в первый национальный рейтинг признания ТОП-100. Чтобы отметить самых талантливых детей Украины, редакция издания организовала для участников фотосессию. Это впервые в Украине осуществляется такой масштабный, грандиозный проект, который приурочен достижениям, ценностям, трудам наших детей. В этом выпуске редакция журнала «МКИДС» рассказывает об одаренных детях, которые достигли определенных успехов в танцах, спорте, науке и музыке. 9-летняя Лера Криворученко с раннего детства увлекается музыкой. Я увлекаюсь флейтой больше всего. Я уже занимаюсь на флейте с 3 лет. Я была на разных конкурсах. Еще я хожу на балет и на фортепиано. София учится в бизнес-школе «Мини-босс» и недавно представила проект на чемпионате Украины по предпринимательству. Занимается черлидингом и акробатикой, достигла в этом значительных успехов. Вот черлидинг воспитывает очень большой характер и силу. Это дает как бы больше выносливости, и ты готов стремиться для того, чтобы стать победителем. Никите 6 лет, и у него много побед. В конкурсе по устному счету, в турнирах по шахматам и под дзюдо. Я больше всего люблю шахматы и дзюдо. Я занял 1-е место по шахматам. Дети к цели и аж ждут успехи. Фотосессия для журнала «МКИДС» – это возможность показать себя в разных образах и рассказать свою историю. Образы для фотосессии создавали стилист Александра Литвинова, мастера студии Ольги Войниковой, наряды – бутик «Даниэль», «Инвак» и «Максмара», фотографы – Олег Зацепилов, Сергей Запорожец. Подробнее смотрите в новом специальном выпуске печатного журнала «МКИДС».